Фосфогипс будут использовать в области для снижения засоления почвы и повышения ее плодородия. Предварительно в рамках трехстороннего договора между КазНИИ водного хозяйства и КазНИИ лесоводства областного управления сельского хозяйства были проведены исследования эффективности данного минерального удобрения. Трехлетний эксперимент дал положительные результаты. Фосфогипс или по-научному гидросульфата кальция образуется при производстве удобрений из фосфоритной породы. Научные исследования доказали, что химическая мелиорация почвы с применением фосфогипса повышает ее плодородие. Фосфогипс можно применять на любых культурах, выращиваемых на почвах, подверженных деградации. Внесение фосфогипса наиболее эффективно осенью после вспашки. Казфосфат безвозмездно выделил КазНИИ лесоводства 500 тонн химического мелиоранта, который сейчас рассеивают на экспериментальных полях института. КазНИИ лесоводства 3 года назад проводило эксперимент на малых делянках. Изучалось воздействие фосфогипса на засоленную почву. Результат удовлетворил. С этого сезона вносим его на большие площади. Опытному хозяйству Харалтубе бесплатно передано 500 тонн. Будем вносить по 5-10 тонн на гектар не ежегодно, один раз в 6-7 лет. Этого достаточно. На сильно засоленных участках содержание соли до 3-4%. При нанесении фосфогипса оно снижается более чем в 6 раз. На рисовое поле КазНИИ рисоводства доставлен химический мелиорант фосфогипс с завода минеральных удобрений «Казфосфат» Таразе. Фосфогипс вносится в качестве мелиоративного удобрения на солончаках, улучшает их химические и физические свойства, обеспечивает быстрый рост и удвоение урожайности возделываемых культур.